Евгений Соловьев, с тобой Марков, и сегодня в этом видео я покажу тебе, как сделать 3D-переход, а именно Flip Transition. Про лайки и подписку не забывай, и про то, что мне надо набрать 50 тысяч подписчиков. Ну а перед просмотром этого видео, я советую вам канал Фрин, который снимает туториал по монтажу видео по таким программам, как Lightmotion, KineMaster и CapCut. Ссылка на него в описании, ну а мы погнали. Сначала добавляем эффект Flip Layer. Ставим два маркера в разделе «Угол». Второй маркер анимируем до примерно 90 градусов. Делаем вот такой график. Копируем график и эффект. Вставляем эффект во вторую часть. Меняем маркера местами. Реверсируем, если есть такое слово, первый маркер на отрицательное значение.